Уважаемые жители Ульяновской области, приближаются новогодние и рождественские праздники. Эти дни, которые с нетерпением ждут и взрослые, и дети. Каждый из нас мечтает провести праздник в кругу семьи, родных и близких, чтобы обменяться подарками, обсудить планы на будущее, подвести итоги уходящего года. Год 2022, безусловно, принес из нас каждому что-то свое. Были новые радости, встречи, свершения, достижения. Но были ошибки и разочарования. Они сплотили нас и дали новый опыт. Я предлагаю взять в год 2023 исключительно яркие, позитивные, светлые впечатления. От всей души поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, мира, добра, благополучия, оптимизма и как можно больше поводов для радости. Ну и, конечно, загадывайте в новогоднюю ночь желания, и пусть они у вас исполняются. С Новым годом! С новым счастьем!